я считаю, что это последняя контрольная тренировка перед Олимпийскими играми для всей самой лучшей спортсменки в художественной гимнастике. Приехали 17 стран. Очень жаль, что вначале были заявлены 24. Но из определенной, конечно, причины, вы знаете, что произошло и в Турции, и так многие отказались. Последний, правда, в последние два дня. Но я хочу сказать спасибо всем, которые приехали. Они не побоялись, они здесь, что сделать праздник художественной гимнастики. Сборная Азербайджана будет представлять в индивидуальном зачете лидер команды Марина Дурунда, а также и совсем юная наша сеньорка Жаля Пирьева. Она первый год как выступает вместе со самыми сильными гимнастками в мире. В сеньорская групповая команда участие принимают Сияна Васильева, Зейнеп Челеп, Айшан Байрамова, Диана Доман и Александра Платонова. Девочки готовы к выступлению. Я думаю, что нелегко выступать у себя дома. Все ожидают от тебя лучшего выступления, лучший результат. Но я уверена, что они справятся.